Вести, Дебальцево. Теперь, когда обстановка в Дебальцеве стабилизировалась, ополченцы могут обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ в городе. Кроме того, представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявляют, что готовы к переговорам об обмене пленными по формуле «всех на всех». Донецкая Народная Республика, некосительно выполняя принятые на себя в соответствии с Минским договоренностью обязательства, приступила к отводу тяжелых вооружений от линии разграничения. По решению главы Донецкой Народной Республики, с завтрашнего дня процесс отвода тяжелой артиллерии ополчения в пункты постоянной дислокации будет в инициативном порядке продолжен в других районах республики. Мы готовы к безукоснительной реализации всего пакета минских договоренностей, включая обмен пленами по принципу «всех на всех». Считаем, что позитивную роль здесь могло бы сыграть привлечение к этому процессу Виктора Медведчука. Все украинские военные, оставшиеся в Дебальцево, должны сложить оружие. Мы гарантируем их передачу украинской стране. Тела погибших украинских военных мы готовы передавать их родственникам или соответствующим украинским государственным структурам. Ожидаем подобного отношения к достигнутым в Минске договоренностям от Киева, который должен отдать приказ всем своим воинам, военным формированиям, немедленно прекратить обстрелы наших городов и приступить под наблюдение представителей ОБСЕ и совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня к реализации всех пунктов Минских договоренностей этого года. Также призываем миссию наблюдателей ОБСЕ, действующую на территории Донецкой Народной Республики, принять непосредственное участие в этих мероприятиях в целях верификации выполнения Донецкой Народной Республики Минских договоренностей 12 февраля. Гарантируем полную безопасность их работы на всей территории республики.